Обучение дуальное. Этим термином обозначают профессиональную подготовку, когда ее теоретическая часть проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте. Круглый стол, который прошел в Щелковском колледже, проводился как раз по этой весьма актуальной теме. Дуальное обучение как основа качественной подготовки кадров для работодателей. Сюда, в Долгое Ледово, приехали представители образовательных учреждений Московской области, ведущих предприятий и организаций, администрации городских округов Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский, территориальных отделений, Торгово-промышленной палаты и Союза промышленников и предпринимателей. Наша задача – максимально помочь работодателям закрыть их свободные рабочие места, удовлетворить максимально их потребность в кадрах. Чтобы это сделать, нам нужно обязательно слышать работодателя, слышать их потребность. Для этого нам нужно максимально тесно организовать взаимодействие. Такое взаимодействие с кадровыми службами предприятий и организаций у образовательного учреждения в Долгом Ледове становится все более тесным. Так, например, гипермаркет «Глобус» в прошлом году взял на работу более 30 выпускников Щелковского колледжа. Эта цифра с каждым годом растет. Развиваются направления. То есть, если изначально у нас были только технологи мяса, там специальность, то сейчас «Гиперглобус» берет еще и логистов. На круглом столе представитель чайной компании «Май» рассказала, что студенты сначала бывают на предприятии, где для них проводится ознакомительная экскурсия, потом те, кто высказывают заинтересованность, выходят на производственную практику. Мы сразу принимаем в штат, абсолютно официально, бело, за наш счет ребята делают медицинскую книжку, бесплатное питание. По направлению Фрианово и Щелково у нас ходят бесплатные автобусы. Старт на период адаптации – это 30-35 тысяч уже на руки, да, плюс бесплатное питание, плюс транспорт, плюс спецодежда. Далее у нас разрядная система. Растим – это долгий процесс, парикмахерское дело невозможно освоить за месяц и за два, это нарабатывается, рука ставится. Поэтому сейчас мы обучаем трех девочек. Это уже на постоянной основе. Мы планируем, что они к нам выйдут на работу. На данный момент, если вернуться к проблеме, не хватает рабочих профессий. И так как мы обучаем многие предприятия нашего города Щелково, спасибо им за это большое, то мы стараемся находить им работников, взаимодействуем с центрами занятости, и, соответственно, эта проблема существует. Также на круглом столе в Щелковском колледже до его участников была доведена информация по изменениям законодательства о занятости населения. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.